Блин, ребят, замочил разработчика на язычах. Что? Стоп! Разминка же была! Что за дичь? Разминка только что была, вы это видели? Он уже начинает применять свои какие-то админские секретные штучки. Вы это видите? У нас идет разминка и плюс сверху я уже выигрываю 1-0. Какие же у него есть скины? А вот Авик ТХ, интересно посмотреть. С очень почемаком и с голдскулом, что? Сейчас мы разработчику по заднице дадим. О, ха-ха, КРТХ выпал с разработчика, имба. Ха-ха-ха, ничего себе, сказал я себе. Вы серьезно? Что? Он прыгает, он прыгает. Это разработчик, это не читер, я вам отвечаю, это разраб. Мама дорогая. Вы посмотрите, что происходит. А теперь самое интересное, посмотрите, в какой режим играет разработчик. Знаете, в чем прикол? А непонятно, в какой режим он играет, потому что написано просто играет. Ни соревнователь, ни союзники, ничего не написано. Возможно, он прямо сейчас играет какой-то новый режим. Кто его знает? Кто же более скилловый? Разработчик, который играет каждый день стендов, или Кент ПК? Фух, надеюсь, вы болеете за меня. Здарова всем, ребята, Кентуха на проводе, и прямо сегодня будет видео с настоящим разработчиком. Вы просто посмотрите на это не шутка, это не постанова, по-настоящему самый настоящий разработчик. Поэтому, ребята, прожмите лайкусик за это крутое видео, потому что прямо сегодня мы узнаем, на что же способен разработчик Stand of 2. Это, ребята, Инсаф, это мой хороший друг, мы с ним уже давно общаемся. Вот его профиль, у него даже буквенный ID D29, у него, ребята, клан Excel Bolt, это самый настоящий разработчик. Ну что же, надеюсь, вы поставили лайкусик, надеюсь, вы подписались. Ну а мы стартуем! Ну что же, ребята, разработчик уже зашел ко мне в игру. Давайте посмотрим, что же там у него по скинам-то. Мне очень интересно посмотреть, какие скины у разработчика и вообще, что он может. Так. Что я вижу? Что по скинам? А ну-ка. О, ну это какая-то бабочка вонючая. Драгулечки, ты моя. Ого, у него пинг 140. Обалдеть, посмотрите. А ну сюда. Ой, братик, что у тебя по лагам? Блин, ребят, замочил разработчика на язычах. Что? Стоп! Разминка же была! Что за дичь? Разминка только что была, вы это видели? Я вообще сейчас ничего не понимаю. Стоп, у нас же была разминка, не? Обалдеть. Он уже начинает применять свои какие-то админские секретные штучки. Уважаемые разработчики, я все понимаю, что клан Excel Bolt, что настоящий, не фейковый. Что понимали, если я не ошибаюсь, этот разработчик делает карты, потому что он Unity Developer. Это прям очень круто. Что за дичь? Разминка? Разминка пошла! У нас разминка пошла! Мама, дорогая, смотрите. Что? Не, мне плохо. Вы это видите? У нас идет разминка. И плюс сверху я уже выигрываю 1-0. Как же это круто, когда твой друг-разработчик. Ребята, прямо сейчас в комментариях напишите, что надо добавить в следующем обновлении. Потому что по-любому это видео посмотрит разработчик и, может быть, что-то добавит. Стоп, драгулечки, ты моя. Кого ты на нож собрался садить, Обалдеть, посмотрите, Excel Bolt Dev29. Через стенку! Я отвечаю, это не софт, отвечаю, мужики! Вот честное, пречестное, это не софт, это реально разработчик. Вот прям слово даю. Блин, напишу. Ахаха. Блин, это что за дичь? Он меня мочит через... Что? Давайте ему напишу. Покажи свои скины. Так, ребята, максимально быстро бежим к нему на базу и давайте смотреть, какие же у него есть скины. Давайте смотреть. Ну что же, сладенький. Он пишет скам. Бан. Дядя, да ты надоел. Блин, он реально какой-то упоротый. Мать моя женщина. Что? Это как он игру закончил? Он тупо взял игру, закончил? Уважаемый разработчик, я все понимаю, что вы там крутой и так далее. Ну давайте, может, без всяких этих ваших штучек, давайте дуэль 1-1 на 1000 голды, пойдемочка. Так, ребята, а прямо сейчас разработчик говорит, что он применит скины. И говорит, что Кентуха, сейчас я тебе покажу свой инвентарь, ты обалдеешь. Как же это интересно посмотреть, какой же инвентарь у разработчика. Так, я не понял, мне показалось, у него тычки Harmony. Тычки Harmony у разработчика! Ничего себе! А у меня Кирвол? У меня Кирвол? На, по шапке разработчика, все. О, а ну-ка, что у него за дигл? Кстати, у него такой же самый дигл, как и у меня. Блин, ну неплохо. Чё? Разработчик
Это что было? Я выиграл 12-0. Что за дичь? Что происходит? Остановите этот мир! Он сошел с ума! Это просто что-то невообразимое! Ну, я, так сказать, выиграл 42-0. Нормально! О, ты че? Прямо сейчас мы видим, какой же инвентарь у разработчика! Так, смотрим, Тех-9. Братан, ну ты серьезно, мужик, ну ты серьезно, Тех-9. Это с кем играют разработчики? Такой P350, фу, пыль! Так, о, а вот такой М40... Блин, М40 дефолтный. А вот Авик ТХ, интересно посмотреть. Суч по чмакам и с голдскулом, что? Сейчас мы разработчику по заднице дадим. О, КРТХ выпал с разработчика, имба. Ничего себе, сказал я себе. Вы серьезно? Что? Он прыгает, он прыгает. Это разработчик, это не читер, я вам отвечаю, это разраб. Мама дорогая. Вы посмотрите, что происходит? А теперь самое интересное, посмотрите, в какой режим играет разработчик. Знаете, в чем прикол? А непонятно, в какой режим он играет, потому что написано просто играет. Ни соревнователи, ни союзники, ничего не написано. Возможно, он прямо сейчас играет какой-то новый режим. Кто его знает? Ну что же, ребята, спустя полчаса мы продолжаем дальше записывать это видео, потому что разработчик мне сказал, говорит, кентуха, мне срочно сказали протестировать обновление. Он прям реально так и сказал. И все, тип пропал. Ну, как я понимаю, сейчас у нас уже будет просто обычная дуэлечка, и мы узнаем, кто же более скилловый. Разработчик, который играет каждый день стендов, или кент ПК. Фух. Надеюсь, вы болеете за меня. И знаете, что самое приятное в дуэли с разработчиком? То, что он уже знает правила. Он знает, что мы играем только Б и Тёмка, потому что он смотрит мои стримы, прикиньте. Поэтому, ребята, правила ему объяснять не надо. Ну что же, сейчас мы посмотрим, сможет ли обычный игрок стендофа перехитрить разработчика и его уничтожить. Ничего себе он играет! Обалдеть! Вы прикиньте, как же хорошо играет разработчик. Ну ладно, ребят, у меня для разработчика есть подарочек, поэтому я не расстраиваюсь. Я сейчас просто стану сюда и буду ждать. Как говорится, ловись, рыбка большая и маленькая. Ничего себе, он даже хаешки прокидывает туда, куда надо. Обалдеть. У меня такое ощущение, что он играет с щитами, потому что сзади я нахожусь. Разработчик. Так, он идет на лонгу, слышу, слышу. Ну что, уважаемый разработчик. На! С одной тысячки. Оп. И подбираем АКРчик. Сюда, АКР! Так, ребята, счет 1-1. Хэштег непоганенько. Я очень сильно надеюсь, что после этой дуэли меня не забанят, пишет снич. А что это означает снич? То ли я сильно старый, то ли, наоборот, сильно молодой. А что это означает, пацаны? Кто шарит, напишите в комментариях. Так, ну шу, разработчик, сейчас по шапке получишь. Сейчас он получит за плохие обновления, братва. Ща, я за себя не ручаюсь. Ща. Это за плохие обновления, понял? Блин, ребят, мне кажется, еще буквально пару раундов, и он начнет применять всякие секретные админские команды. Так, ну давайте-ка я возьму Авик. И еще покажем, на что же я способен с моего АОМ Трессура Хунтер. Погнали, мужики, погнали. Взял Авик и... Уважаемый разработчик. Ой, хаешечка прям него. Вы посмотрите, он перестал топать. Он перестал топать, прикиньте. Разработчик, вы где? Ну, немножко не фартануло, бывает такое, ребят, ничего страшного, вы не переживайте. Говорится, мы сейчас затащим. Не первый раз играю против разработчика, а второй, ха-ха. Блин, так прикольно, играю дуэлечку против настоящего разработчика. Просто вспомните, сколько я в своих стримах стирал против фейковых. Наверное, раз в миллиард. И вот сейчас впервые против настоящего. Он Авик взял. А-а-а! Мама дорогая, отстаньте, разработчик. Оп. Сюда. Это за фейбл коллекцию. Да что он творит? Он вообще какой-то нереальный. Ничего себе, он кибер. Я даже не ожидал. Так, в этом раунде я возьму фомастик. И давайте возьму хаешечку. Все, имба. И я предлагаю, давайте-ка мы запушим. А то ну как-то ну, некрасиво играет дуэль против разработчика, буду крысить. Но я скажу честно, я даже не ожидал, что он насколько потный тип. Реально он нормально играет-то. Я думал, ботик какой-то. Тут разработчик прям, ну, нормально шпилит. Да блин! Это чё за дичь? Я в шоке. Вот это он плотный. Так, ладно, ребята. Сейчас будем играть по секретной тактике. И где это мы запрятались? Не, ну я, блин, я играю за КТ. Я пушить не должен. Ну, разработчик. Ну давайте, ну выходите. Сейчас вы за все ответите. Сейчас за то, что мне арканы не падали очень давно. Я сейчас вам маслину поставлю за это. Поняли? Это за то, что мне очень давно не падали арканы. Я возьму ваш
АВМ, вау, АВМ, Treasure Hunter, он пишет, ахаха, изи, ха-ха-ха. Дай мне плюс раунд командой, плиз. Я ему пишу, дай мне плюс раунд командой, плиз. Как думаете, разработчик даст мне плюс раунд или нет? Вот просто ваше предположение. А ну-ка. Ща будет 4-4. Блин, походу разработчик не даст. Вот разработчик жадиноговедина, зеленый огурец. Дал, дал, чекайте. Дал плюс раунд разработчик командой. То я напишу, сыпайся. Блин, вот это имба. Слушайте, ребят, надо почаще брать разработчика, играть с собой в союзники. Так, все, поехали. А вот теперь играем уже по чесноку. Ого. Да! Прострелом, прикиньте! Ребята, 5-4, легчайшее для величайшего. Блин, ребят, прожмите плюсик в комментарии, кто хотел бы тоже сыграть дуэлечку против настоящего разработчика. Опа! Сюда. У него авик. Да он бессмертный! Он бессмертный был! Я отвечаю! Я не пойму. Блин, напишу. Ты бессмертным был. Или мне показалось. Показалось. Да он реально, пацаны, у него бессмертие было. Обалдеть. Да я отвечаю, он в прошлом раунде был с бессмертием. Вот разработчик негодник. Вот разработчик негодник, да. Да у него бессмертие! Так, ребята, счет 6-5, и у меня плохие новости, потому что я проигрываю! Не, ребят, ну так дело не будет, так. Кента ПК не будет Кента ПК, если он сейчас не выиграет. Не, в этой дуэльке надо победить, по-любому. Вот разработчику хаешечку, так сказать, подарочек от игроков. Это за плохие обновы и за баги. Обалдеть! Он меня просто взял, я пошел через стенку! Я в шоке, вот это он жесткий. Пишет, заскамил мамонта. Заскамил мамонта. Может быть, кто знает. Ахахахаха. Так, ребята, че у меня плохие дела? Ну, ща мы разработчику покажем, каково это крыснет про Кента ПК. Оп, все, почини. Я его пушить не буду. Он слишком жесткий. Все, играй по брейну. Погнали. Это последний раунд, я проигрывать не хочу. Он тут был. Он был тут. Хорошо, так как? 6-7, пошел камбэк. Блин, ребят, может разработчика через мид обойти? Но я боюсь, что он не может забанить после такой дуэли. Скажет, нет, да пока ты мухлюешь. Да ну тебя куда подальше. Не, почему через мид обходить не буду. Давайте мы еще лучше возьмем хаешечку. И прям разработчику. На, получай, негодник. Все, хаешечка бы залетела. Я слышу у разработчика обратно авапа. Он прям реально очень хорошо играет с ВП. Прям очень хорошо. Прям максимально хорошо. Надо камбэчить. По-любому. Ну, разработчик, ну где вы там запрятались? Ну, уважаемый. 7-7 сюда! Все, ребята, ластовый раунд. И прямо сейчас мы узнаем, кто же будет сильнейшим. Ай-яй-яй-яй-яй. Я уже начинаю просто максимально потеть. Максимально, как я могу. Но я боюсь, что мне это может не помочь. Так, мужики, что мы делаем? Вначале дым бросаем сюда. Чтобы он через темочку не обошел. Дальше хаешечку бросаем сюда. По нему прям. Дальше флешечку бросаем сюда. Разработчик с автом был. Фу, блин. Ну как обидно, ребят. Ну я почти выиграл. Ну ё-моё. Ну что же, ребятки, вышло вот такое вот крутое видео. Обязательно прожмите лайкусик, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. И напишите спасибо разработчику за то, что он снялся в этом видео.